Ну а теперь посмотрим на Изабеллу Олсен, спортсменка из Швеции. Одна из шведских фигуристок сегодня выступила очень достойно, пусть и непредельно. Матильда Альгадсен, третий номер сборной Швеции, сейчас занимает 6-е место. Кстати, сразу вслед за Абжезиновой, но проходит в произвольную программу. А это Изабелла Олсен, еще одна шведская фигуристка. Послушаем Бьонси. Кстати, похожи на Абжезинову, они, по-моему, почти одинаковые. Все красивые девушки у вас похожи друг на друга. Нет, нет. Есть Кира, есть наши, есть все остальные. Понятно. Смотрите, а Кира все-таки впереди. Кира старше. Два, первая девочка, которая сделала Лутс Тулуп. Вот интересно, поинтересуешься музыкой, смотришь, что написано о музыке. О музыке написано, не написан композитор, просто название песни. Название? Исполнительницы? Нет, Бьонси? Бьонси? Почему же? Я была здесь, говорит Бьонси. Видимо, собирается вернуться. А кто там Бьонси пишет? Какой композитор? Так ли это важно? Как это? Ну, вряд ли это будет классикой, Татьяна. Это же не Чайковский. Композитора указывать обязаны. Я так думаю. Потому что музыка первична. Элемент аксель. Вот только чуть-чуть отвлечешься, уже ты падаешь, но уже перед ним нельзя проконтролировать положение, всегда помнить об этом. Композитор Даяна Уоррен, известная американская специалистка, которая как раз-таки на... Вот какой вы молодец. На хитах и специализируется. У нее вот 8 наград музыкальной американской академии. Вот именно, что же нам ее не знать и не сказать зрителям, что она не просто так взяла эту музыку, она взяла хит. Да, это хит сезона какого-то года. И Даяна пишет эту музыку. Все равно музыка первична. Или просто не сказать «чьи стихи» на «чьи стихи». Если слова, то ладно. Господь с ними. Если стихи, надо... Да. Одно дело текст. Да. И совсем другое дело стихи. Каждый рифмоплет. Вот, девчонки-тренеры тоже расстраиваются из-за акселя. Может быть, еще из-за Риндбергера расстраиваются. Просто переживают. У нее не раскрыты невозможности. Она не растянута. Возможности шведских фигуристок были раскрыты в прошлом сезоне на домашнем для них чемпионате Европы, где они обеспечили своей стране 3 места на текущем первенстве.
Нет, они молодцы, это точно. Всегда. Какой неприятный. Ну, не проконтролировала плечо. Упал, отжался. Ну. Вот здесь, правая, она прыгает в другую сторону. Цветы, да, цветы, приятно. Где-то они в дальних углах и не всегда попадают в объективы. Но они не попадают, потому что сзади лед. Во всяком случае, они есть. Взяли себя в руки, улыбаются. Совсем, конечно, не хочется улыбаться, когда кто-то упал. Уж точно. Хочется вести себя органично, потому что это твоя работа, твоя профессия, что-то у тебя не удалось. Это же не только у нее не удалось. Да, оценка-то она как улетает, раз улетает. Улетает, да, она улетает. И подводит свою команду. Но в то же время доставляет радость голландским болельщикам. Нет, нет, она улетает. Так как Ники Ворис проходит, а Изабелла Олсен пока на 11-й позиции и почти без...